Приветствую церковь. Сейчас мы будем служить Господу материальным благословением, которое Он нам дает. И знаете, то служение, материальное служение, которое мы совершаем, на самом, может быть одно из самых таких удивительных служений. Потому что материальное превращается в духовное. Я недавно разговаривал с этим человеком, и мы говорили о десятине, мы говорили о служении Богу финансами. Он говорит, а почему вы просто в церкви не сделаете какой-то членский взнос? И каждый будет какую-то природный сумму вносить. Я говорю, ты понимаешь, то служение, которое мы совершаем, мы совершаем не потому, что это наш членский взнос, церковь. Мы совершаем не потому, что нас заставляют. Мы совершаем не потому, что мы хотим себе какой-то поинт где-то заработать. Но мы совершаем его потому, что мы любим Бога. Потому что мы служим Богу. И Бог делает удивительным образ. И Он наши финансы, Он превращает в благословение для других людей. И вот сейчас мы будем служить Богу тем, что Он нам даровал. И мы будем служить Ему с любовью. Потому что Он любит нас, и мы хотим, чтобы Его любовь распространялась на окружающий мир, на окружающих людей. Во втором послании Коринфянам 9 главой написано так, 6 стиха. Кто сеет скупо, то скупо и пожнет, а кто сеет щедро, то щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не по принуждению. Его доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог сильно обогатит и Бог обогащает нас. Бог благословляет нас, Духовное благословение, Бог благословит материальными благословениями. И на самом деле, то, что мы имеем, то, что мы получаем, то, что мы имеем, Бог на самом деле благословил дал каждому из нас. И теперь мы хотим, чтобы все, что мы получили от Бога: наши финансы, наша жизнь, наши дела, наши семьи, наша работа, наши дети, все принадлежали Богу, который силен благословить, силен приумножить то, что у нас есть. Вы знаете, я недавно разговаривал с людьми, которые имеют все, но нет мира в семьях, нет мира в отношениях. На самом деле, для нас, верующих, мы испытываем большую благодарность Богу, потому что мы имеем, у нас с нами наш Бог всегда и везде. Он никогда не оставляет нас. Куда бы мы ни пошли, где бы ни находились, мы всегда находимся с Богом. Немножко хотел бы сказать еще раз: один проповедник писал в девятой 9 главе, в 11 стихе он писал что все зависит не от человека тут написано так и обратился я и видел под солнцем что ни проворным достается успешный бег не храбрым победа не мудрым хлеб и неразумно богатство и ни искусным благорасположение на все время и случай для всех их и он смотрит со своей стороны, он смотрит, что на все время случай. Просто повезло, просто так случилось. Но мы знаем, что Бог, который находится с нами, Бог, который благословляет нас, Бог, который не оставляет нас, Он делает так, что было благословение нам. И знаете, интересно, что благословение для нашей семьи, благодать для нашей семьи не всегда заключается в том, что мы хотим увидеть. Знаете, совсем недавно в нашей работе мы разговаривали, хотели снять хороший офис. Нам всем подходил, все подходило, мы хотели его снять, и он нам Бог не дал. И знаете, мы когда собрались в компанию, мы сказали, спасибо тебе, Господи. Да, мы хотели, мы хотели это переехать, да, мы хотели это приобрести. Но спасибо, то, что ты оградил нас, потому что мы знаем, что мы в твоей руке, значит, для нас что-то привезло другое. Мы знаем, что ты будешь благословлять в другом. Наши пути не Божьи пути, но доверяясь Богу, доверяясь Богу и доверяя Богу каждый шаг в нашей жизни, мы всегда можем находиться в радости, мы всегда можем носить в веселье, в любви, в довольстве, потому что мы знаем, что то, что делает наш Бог, с нами, то, что делает наш Бог, Он делает нам во благо. Вот сейчас мы будем служить Ему тем материальным благополучием, которое Он нам дает. Мы хотим, чтобы имя Его прославлялось на этой земле. Мы хотим, чтобы имя прославлялось Его церкви, в окружающих людях вокруг нас. И мы будем служить Господу и будем жертвовать за того, что наши финансы, которые Он нам дает, во славу имени Его. Аминь? Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо то, что Ты наш Бог, и спасибо то, что Ты благословляешь нас. Спасибо то, что мы никогда не, не, остаемся одни, Господь. Ты всегда с нами. Ты всегда заботишься, печешься нас, Господь. Спасибо Тебе за семью, которую даровал каждому из нас, Господь. За такую большую церковную семью, Господи, что Ты даруешь нам. Я прошу Тебя, благослови сейчас. И благослови тех, кто, Господи, служит Тебе тем финансовым благополучием, которое Ты даешь им, Господи. Что, что служим Тебе, Господи, мы знаем, что все принадлежит Тебе, Господь. И все не сходит от Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты открываешься нам, доверяешь нам, Господь, то, что ты нам, финансы, которые ты нам даешь, Господь. Я прошу тебя, благослови многократно тех, Господь, которые служат тебе доброхотно Господь. Благослови во много крат, Господь, сеет то, что у них есть финансы, Господь, в духовное. Я прошу, благословить свою церковь и слава тебе все хвала. Аминь.